Всем привет. Я только проснулась. Время 9 часов утра. Сегодня просто Андрей выходной. И поэтому поспать не удастся. Он уже все. Он уже проснулся, значит, все должны проснуться. Так, как всегда, надо перемыть кучу посуды. Ребята мои позавтракали. И я тут почитала, все окей, все нормально. Этот молд подходит как для шоколада, так и для мыла, и для свечей. Так что сегодня хочу попробовать залить шоколадки. Сначала белый, а потом посмотрим. Я его хочу сейчас помыть посуду, его как следует помыть, высушить. Как раз пока я схожу в магазин, он подсохнет, все окей. И буду делать белые малинки. Я уже пришла домой, как обычно, шухер после шапки. Вы мне, если что, скажите. Потому что, мне кажется, тоже как-то не оно. Я имею в виду с микрофоном, да? То с микрофоном прямо такой звук, потом хлоп переключается на другой звук. Если вдруг так лучше не делать, то вы мне скажите, я просто не буду микрофон включать. Просто для каждого видео, если я буду подключать микрофон, мне станет лениво, я перестану особо снимать вообще. Я просто знаю себя, поэтому говорю. Кто-то мне там посоветовал купить безлактозное молоко. Прикиньте, оказывается, уже есть даже простоквашино. Вот, безлактозное молоко. 130 рублей оно стоит. Вот, купила. Взяла попробовать, 1.5% вообще. Думаю, может, завтра кашку себе сделаю на завтрак. Посмотрим. Сиропчик один, 94 рубля. Андрей взяла шоколадку Степ, 39 рублей. Дальше. Взяла мистер Мускул для полов. У меня вот есть небольшая проблема. Хочу попробовать налить в ведро мистер Мускул. Может быть, так будет лучше. А в то же время, мне кажется, что швабра, когда будет храниться в воде, это тоже нехорошо. Блин, я не знаю, вот как хранить швабру, если вот такое ведро. Мне кажется, ее надо вытаскивать из ведра. Андрей говорит, что надо налить вот этот мистер Мускул и пускай оно в нем. Но мне кажется, в нем тоже не вариант все время. Не знаю. По акции 109 рублей, мистер Мускул. Соль. Магните только такая. Мы вообще такую очень редко пользуемся. Это просто соль вообще заканчивается, поэтому я купила эту. А так мы в Пятерочке продается каменная соль используем. Но когда вот нет, значит такую. Дальше взяла макарошки 99 рублей с сыром. Взяла хлебушка черного Андрею. Два вот таких разных творожка. Вишня это Андрею, а ягодки это Сереже, наверное. Кто съест, тот съест. Или Илье, там, кто захочет. А нет, точно это Илье, потому что Сереже я вот такой взяла. Суперкит вот такой, с маршмеллоу. Да, так что тот или я, значит. Взяла ягодки на компотик. Ягодки на компотик. 91 рубль, по-моему. 91 рубль. 169 сыр взяла. Вот взяла такой, потому что я в ту сторону даже не ходила. А так бы, конечно же, я взяла бы тот, который вкусный, черный граф. Но я не хотела в ту сторону идти. Мне она уже просто кумарит каждый день туда ходить. Сметанка до 21 марта. Ну, еще нормально еще. Мы еще 100 раз ее съедим. Так как у меня денег уже не было. Ну, я не хотела Андрею звонить. Взяла вот такой стиральный порошок, маленький прям. Не знаю, что это за чудо. Сереже, конечно, я в такое стирать таким не буду. Сереже я стираю гель для стирки. Потому что один раз купила, знаете, вот этот сейчас модный пошел там, который вообще как пыль прям. И у Сереги пошла аллергия, пятна по коже, представляете? Я так испугалась. Но, слава богу, я купила гель нормальный для стирки. И у него пятна постепенно, я ему мазала, сошли. Я ему давала зодок от аллергии и еще мазала. И, слава богу, они сошли. Поэтому Серега очень в этом плане нежный. Поэтому для него у нас отдельно гель для стирки, а нам можно уже, можно чем угодно. Сосиски 99 рублей. Мне кажется, все время пишут, что по акции, но эта акция что-то как-то затянулась. По-моему, эта акция уже, если не полгода.
Дальше. Взяла вот такую мороженку, 39 рублей. И такую. Тоже 39 рублей. Ой. Хорошо, что здесь в микрофоне очень длинный провод. Я могу даже в соседнюю комнату уйти, его хватит. Чтобы вы понимали, у меня, смотрите, видите, как все намотано. То есть у меня вот идет, вот провода, и еще тут. Мне кажется, метров 5 точно здесь есть. Так что он очень длинный. Ой, что-то прям повис. Так, второй пакетик. Взяла. Думаю, сегодня на ужин, наверное, себе салатик сделаю. Взяла листья салата, вот эти, которые хрустящие, ассорти. Айсберг фрисе радичоу. Взяла. 130 рублей. Так, что тут у нас? Творог. Может быть, Андрюша сырники захочет. А ты в итоге завтра выходной или все-таки на работу пойдешь? Или еще не знаешь? Он не слышит, он играет. В наушниках сидит. Да у него, представляете, должно было 2 выходных быть, а у него у друга, с которым они работают, мама умерла. Поэтому, скорее всего, он завтра пойдет на работу. Да. Думала ему сырничков сделать. Ну, сделаю попозже. Творогом. Это я Андрею. 2 сосиски в тесте. Дальше 2 штуки сливки. Сливки. Вот сегодня я, кстати, вчера картошку делала. Я забыла, как это блюдо называется. Какое-то французское. Картошка с сыром и сливками. Очень вкусно. Они заценили. Так, это я взяла шоколадку для того, чтобы растопить, малинки делать. Это для малинок. А, вот что я себе взяла. Личи. Взяла себе личи. Я его обожаю. 40 рублей 100 грамм. Не знаю, сколько здесь. Ну, я думаю, не больше. Ну, чуть-чуть прям вообще взяла так, чтобы кайфануть немножко. Взяла апельсинки. Вот эти вкусные. Вот именно вот такими жопками, да? Вот с такими жопками. Очень вкусные апельсины. Я вот это уже давно поняла. Так. Не смотрела я, поскольку они. И картошка. Так как я когда вчера купила картошку, я же ее сразу и приготовила, так что картошки нет. А так как я не могу тяжелые сумки, прям уж совсем тяжелые таскать, поэтому я покупаю по чуть-чуть. Вот взяла еще чуть-чуть картошки. Ну, сегодня, я думаю, у нас будет, наверное, макароны. Блин, хочу воды попить. Ладно. Все, это вся закупочка моих продуктов. Сейчас попью воды, чуть-чуть отдохну. И думаю, что начну делать шоколадки. Ну, вот эти малинки. Я уже помыла форму, так что все окей. Она у меня уже вон подсохла, там я вижу, все нормально. Угу. Так что сейчас все уберу. Чуть-чуть отдохну и буду делать шоколадки. Малиновые. Я подумала, что если вдруг все получится, я хочу еще, знаете что, я хочу еще попробовать сделать, например, может, завтра пойду, куплю сгущеночку, сделаю сливочный крем, и, может быть, вовнутрь этой малинки еще крема чуть-чуть и миндаль. Я знаю, что в Верном продается отдельно орехи. Может быть, так сделать. Но посмотрю. Надо вообще первую порцию сделать. Хотя бы просто посмотреть, что, чего и как. Потому что я еще вообще ничего не знаю. Единственное, что я узнала, вот сейчас пересмотрела видео на Ютубе, что шоколад надо в форму заливать, когда он в районе 32, 31, 32 градуса. А еще нужен кондитерский рукав. У меня где-то был, но вот я не помню, где он. Вот что. Хочу поесть личи. И весь мир подождет, знаете, как в рекламе Даниссимо. Тут их немножечко. Но я прям выбрала все самые лучшие. Вкусняшечка. Обожаю. Поломала я, значит, шоколадку. Прям так хочется ее съесть. Мне кажется, ее слишком дофига будет, да? На 6 этих маленьких ягодок. Я вот не знаю. У меня нет, представляете, рукава вот этого вот, который нужен. У меня есть только для выпекания. Подойдет он, не подойдет, вот не знаю. Я сейчас шоколадку сюда запихну и буду в микроволновке потихонечку по 10-15 секунд, чтобы оно таяло. Когда будет 32 градуса, я залью сюда. Планы такие. Шоколадка явно растаяла. Вот она уже жиденькая. И нам надо, чтобы она стала 32 градуса.
Сейчас я включу этот. Господи. Ага. Значит, я сейчас мисочку переложу. Блин, я уже 10 раз пожалела, что послушала эту девушку, которая говорит, что в пакете это самое лучшее. Нифига, это не лучше, не знаю. Мне не понравилось. В пакете половина осталась там в нем. Так что на будущее я буду просто вот в такой мисочке. Сейчас еще раз замерю. Я уже тут перемешала, сейчас еще раз замерю. Если уже есть 31-32 градуса, то буду ложечкой заливать сюда. Залила я с горем пополам. Вот здесь вот как будто что-то не хватает, да? Сейчас еще отсюда соберу и сюда добавлю. И поставлю в холодильничек. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда я начну вытаскивать. Вот Оксана дала хорошую идею насчет того, чтобы снять дом на сутки и отпраздновать там день рождения. Вот я смотрю, в принципе, за 13 тысяч. Тут и с басиком, представляете? Бассейн, и можем и поспать, и шашлычки, и туда, и сюда. 10 спален, блин, 3 этажа, капец вообще, да? 400 квадратных метров. Да тут вся Украина поместится. Ну, я имею в виду, и мои, и Андрея все, все поместятся. Вот Никольская, это рядом с нами, Салтыковка, Никольская, это все рядом с нами. Смотрите, какая прелесть. Какие малинки. Ну, это еще первые мои малинки, да? Но все равно прикольно. Ой, так, сейчас надо найти камеру. Сердцевинкой внутри. Класс, да? Вот они, они. Вот последняя осталась. Я поначалу так боялась их доставать, но, в принципе, ничего страшного нет. Вот она, малинка. Класс вообще. Единственное, что вот эти вот жопки. Ну, а так вообще супер. Супер-пупер. Так, залила я, короче, малинки еще с молочным шоколадом. И знаете, что поняла? Шоколад мне не подходит. Потому что я больше съела, чем, блин, залила этих малинок. А это очень плохо, это очень плохо. Короче, с еды я больше ничего не делаю. Все. Еда... Вот, видите? Видно? Малинки там. Класс, да? Еда мне не подходит, все, однозначно. Буду заливать свечи. Потому что я такая, хлоп, залила, такая, о, две плиточки остались, о, еще осталось. И в итоге я так наела шоколада, это жесть. Блин, не дай бог, у меня сейчас опять давление рубанет. Вот с едой это вообще у меня явно проблемы. Едой, особенно совсем сладким, поэтому, значит, больше я ничего такого делать не буду из шоколадок. Все, даже покупать их не буду. Все, я лучше залью свечки там. Вот, я еще подумала, может, мыло можно сделать. Мне так понравилась одна форма, классная. Но ее надо покупать. А еще для мыла же надо что-то покупать. Ладно, сначала надо свечек сделать, да? Свечки — это такая тема прикольная. Смотрите, какая красота. Белые и молочные малинки. Класс, да? Очень красиво. Я еще думаю, наверное, куплю черный шоколад, а еще из черного шоколада сделаю. И на самом деле я ими лучше украшу тортик, который я сделаю. Я думаю так. Ну, потому что как подарок что-то. Так, малинки, да, малинки очень красивые. Малинки. Классно. Сергей, голову подними, я не вижу, что там пишешь. Английский делаем. Списываем. Но это же правда. Потому что уже к вечеру думать вообще не хочется.